И всем привет, ребят, с вами Стройнка, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору еще одного устройства на Ricochet. Сегодня мы будем обозревать Ricochet со сплэшом. Посмотрим, как он себя показывает. Я, честно, играл на этом устройстве уже на одном из стримов, тестировал его и в видеоролике с Ricochet'ом на адреналин говорил, как работает это замечательное устройство и где его можно неплохо реализовать. Вы меня просили, чтобы я это устройство протестировал. Соответственно, мы сегодня вместе с вами его посмотрим, пообозреваем и скатаем в том самом режиме, в котором, по моему мнению, с этим устройством можно показать очень и очень неплохой результат. По корпусу сегодня мы берем паладинчика, либо же крусейдера. Я не знаю, вот что лучше выбрать. Ну, наверное, паладин. Паладин максимально четко подходит под этого рикошета со сплэшом. Поэтому, наверное, давайте оставим его. По устройству на корпус, я думаю, что здесь дефолтные эми. Ну и по дрону пока что пусть будет ловкач. Посмотрим, что у нас будет по карте. Если вдруг будет какая-нибудь маленькая карта, то на ней мы можем, в принципе, поменять этот дрон на бустер, либо же даже на кризис. На кризисе тоже очень неплохо можно играть с этим рикошетом и стараться надамаживать, да. Есть еще возможность, конечно, игры с плазмофакелом, с кризисом тоже очень круто работает, но сегодня у нас рикошет со сплэшем. Прикол и вся концентрация этого рикошета идет на критический урон, поэтому вообще можно было бы, наверное, использовать этот рикошет с диктатором, но в связи с тем, что я уже с диктатором играл на адреналине, на плазмофакеле также я играл вроде как с викингом, соответственно, сегодня мы возьмем еще один корпус и попробуем реализовать наше уже еще одно устройство. Наша задача, чтобы противник пучковался на точках. И, наверное, эта карта не является той картой, где противник будет прям очень сильно приезжать друг к другу, но постараемся это сделать на условной песочнице, реализовать это устройство куда можно лучше. И я, к слову, там уже играл на нем, и весь акцент этого устройства идет на сплэш с критами, да, то есть просто сплэш урон, когда два танка рядом стоят. Он есть, но он довольно-таки маленький, да, то есть, ну вот видите, только что залетело по тому танку, который я бил, 300 урона, а по тому, который рядом стоял, по нему нанеслось всего лишь 70 урона. Соответственно, если бы это был бы критический рикошет, то по 500 урона, что один танк получил бы, что второй, если бы они были без дашки, то по 1000 урона получили бы эти два танка. Поэтому работает все с критами очень круто, без критов урон, ну, относительно маленький. Поэтому лучше использовать этот рикошет с диктатором, да, за счет критических выстрелов можно тайминг очень неплохо накидать. Ну а так, в общем и целом, сама пушка находится в очень и очень хорошем балансе. И по сути, какое бы устройство вы бы не использовали бы, оно все равно может показывать результат. Что рикошет с адреналином, что рикошет с пробитием, что рикошет с дальностью. Ну, с дальностью, наверное, чуть поменьше. Плазмофакел вообще идеален, да, я даже порой поражаюсь, да, с того, насколько жестко на нем можно играть и разваливать противника. Ну и адреналин тот же самый, и рикошет вот с сплэш-уроном. По киллам пока что у нас все неплохо. Уже есть девяточка. Совсем скоро будет овердрайв. Ну и для осады паладин является этим корпусом очень удачно подходящим за счет того, что вы можете прожать овердрайв и вместе с тиммейтами забрать точку. Плюс вы наносите пробитие, да, подавление. И в этом плане все у вас очень круто и эффективно работает. Так, первую точку мы, к слову, уже забрали. Поэтому будем сейчас пробовать забирать последующие. Ну и стараться
искать те самые сплэш-уроны. Вот сейчас был небольшой, но все-таки на маленьких картах, да, типа там 6 на 6, ну, тяжело найти этот сплэш и грамотно и качественно реализовать такое устройство. Хотя на той же песочнице у меня получалось это сделать, да, то есть здесь может тоже немножко зависит от удачной карты. Ну и сплэш, я бы не сказал, что он прям супер круто, да, работает и у него хорошая дальность. У него небольшая дальность, соответственно, он чаще всего работает только в том случае, если у вас в упоре стоят два танка, да, тогда можно этот момент реализовать. И, к слову, я вот сейчас заметил то, что по ощущениям дальность у этого рикошета почему-то больше, чем у адреналина. Не знаю, может быть, мне это кажется. И мне бы хотелось бы узнать вашу точку зрения по этому поводу. Не замечали ли вы такой момент, что сплэш, говорю, дальность у этого рикошета больше, чем, например, у рикошета с... Ой, сейчас минус упаду, блин. Чем у рикошета с адреналином, либо обычного рикошета без никаких устройств. Ну, плазма факела, понятное дело, там еще меньше дальность, чем даже у адреналина. Но у этого рикошета как-то неплохая, почему-то по ощущениям. Чуть-чуть она больше, как будто есть. Ну, не знаю, может быть, мне это кажется просто. Так. Но пока что здесь у нас получается очень простая катка. И если мы ее сейчас быстро досрочно завершим, извиняюсь, то мы пикнем, я думаю, что еще один боечек. Еще одну каточку напикаем. Если у нас еще, ну, 10 минут, да, то есть за 5 минут мы захватили 3 точки. Если сейчас еще быстрее пойдет, ну, точно мы еще один боечек вместе с вами скатаем. Потому что по этому бою, ну, тяжело понять, что с этим рикошетом, когда противник особо не едет. Я даже вот захватили 3 точки, я еще до сих пор даже своего первого овердрайва не завязал, потому что в этом, по сути, не было даже никакой необходимости его использовать. Поэтому пока что спокойненько забираем точечки. По фанду здесь тоже должно неплохо насыпать с такой катки. С точки зрения... Опа, ничего себе, вот это тут пассажирчик пристроился, стоит. Голубчик. Я даже что-то как-то не обратил внимания на него. А он стоит, я думаю, что-то точка не захватывается. Уже должна была захватиться, а она все не захватывается, не захватывается. Ну и понятное дело, что рикошет, как любая другая пушка, нагибает в том случае более жестко, в том случае, если от нее нет резистов. Вот, например, в такой катке резов никто не взял. Один вот только резист недавно появился. Но это все равно мало, да, то есть один резист — это фигня. Вот если бы здесь было бы большое количество резистов, соответственно, пушка бы себя не показывала бы так круто, как она показывает по безрезу. Но это работает практически с любыми вооружениями, за исключением там продувов. А так, резисты на все пушки очень сильно влияют. Так, ну и у нас, похоже, сейчас будет еще один захват. Противник продолжает ничего не контролировать. Я до сих пор сейвлю овер. В надежде, что будет какой-нибудь жесткий прям тайминг, когда его реально нужно будет использовать. Пока что такого тайминга я, честно говоря, не вижу. Противник даже особо не хочет на эту точку заезжать. Так, ну и постараемся сейчас еще чуть хилов поддать. На боковых стрейфах также можно на паладине очень неплохо уходить, чтобы по вам урона много не прилетало. Ну и чуть-чуть добирать урончика. Рикошетов от стенок, понятное дело, что с этим устройством у вас нету, из-за того, что у вас сплэш урон. Но, по сути, да, то есть на таких картах вы и так не находите никакого рикошета, соответственно, вы как будто играете на обычном дефолтном рике без никакого устройства, но только с возможностью дополнительного сплэша и дополнительного наноса урона. Поэтому я сейчас надеюсь на то, что нас закинет на какую-нибудь хорошую карту и будет возможность показать во всей красе это устройство, потому что я, в принципе, видел, как оно работает. Не сказать, конечно, что прям вау, очень-очень жестко, но есть моменты, когда это устройство можно реализовать. Можно сделать так, чтобы она
Пушечка с этим устройством показывала неплохие циферки, на которые уже кто-то может обратить свое внимание и кто-то может взять этот рикошет к себе в бой и на нем уже наваливать. Я, например, могу сказать, что я с этим устройством играл на полигоне ЦП еще в ББП, когда это все было актуально. Я с этим рикошетом в ББПшках играл. Поэтому осада, по сути, это та же самая ББПшка, только у вас здесь есть возможность играть на вот таких вот картах, небольших и не совсем удобных, наверное, под сплэш, да, то есть, потому что, ну, противники разные попадаются. Вот, например, такие противники, они вообще не идут на точку, от слова совсем. Соответственно, вам некого сплэшить, да, потому что они все стоят далеко, они просто стоят, накидывают урон, а если бы они бы все бы стояли бы на точке, то, соответственно, вы бы уже бы это устройство реализовывали, да, то есть оно бы уже бы работало. Поэтому, в моем понимании, это устройство в этом режиме будет актуально, да, и в любом бою, в котором противник будет сконцентрирован на точке и будет ее контролировать, это устройство будет работать так же само, как работало на полигоне ЦП, да, то есть оно будет явно лучше, чем там адреналин, чем плазмофакел, просто за счет того, что вы в тайминг можете наносить урон сразу же по двум, трем, даже, может, четырем танкам. Но скажу, что все равно этот сплэш маленький, да? То есть, как и в начале ролика, как я сказал, сплэш реально маленький. То есть, если бы этот сплэш был бы побольше, да, то есть, раньше на этом устройстве было так, что у него был сплэш, наверное, половина сплэша грома. Половина сплэша грома. И это было очень круто, да? То есть, там, даже если танки не в упоре стояли друг к другу, уже проходил какой-то сплэш-урон. И цифры были, ну, побольше, да. То есть не сейчас то, что ты бьешь 500, а по-другому залетает всего лишь 70 урона, да, если без крита. А там было так, что там, например, бьешь по танку, там урон 300, и рядом стоящий получал где-то около 200, да. То есть это, ну, нормальные, достойные, хорошие цифры. А сейчас получается так, что ты наносишь урон, сплэш-урон по другим танкам довольно маленький, но зато у вас есть возможность то, что залетит крит, и вот как раз-таки крит уже будет наносить урон по двум танкам хороший, да, то есть, например, 500-очка будет, да, крит, и 500-очка пройдет это как раз-таки по двоим танкам. Поэтому если с точки зрения рассматривать наноса урона на этом рикошете, то я бы, наверное, бы использовал бы диктатор. Я бы лучше бы играл бы на нем, а вот если размышлять с точки зрения захвата точек, да, а не только набора киллов, то я тогда лучше бы уже использовал паладина, потому что паладин в осаде, ну, показывает себя очень-очень достойно, и это тот самый корпус, на котором можно в момент, даже, грубо говоря, в соло, вот в такой вот подобной катке, сделать так, чтобы либо противник не захватил точку, либо чтобы вы сами захватили ее, да, то есть здесь у вас есть больше вариаций и возможностей реализации этого корпуса и, самое главное, овердрайва этого корпуса. А с диктатором, ну, все-таки ситуация такая, то что там уже по большей части зависит от ваших тиммейтов, плюс вы, конечно, можете там дать киллы, но вы же понимаете, что у вас овердрайв работает всего лишь 9 секунд, здесь у вас овердрайв работает 20 секунд. 20 секунд это, ну, в два раза больше, даже в два с небольшим раза больше, чем овердрайв диктатора. Соответственно, возможности реализации этого овердрайва у вас будет больше. Я только не могу понять одного, как я так легко падаю в минус. Ну и по команде у нас сейчас тут тоже не все так круто. Противник одевает уже 4 резиста от рикошета. И я когда впервые начал тестировать эту пушку, да, после обновления, я удивился, какое количество резистов вообще используют от этой пушки. И мне сказали на стриме, что в принципе в матчмейкинге всегда игроки играли с резистами от рикошета. Хотя я, если честно, этого момента особо сильно не замечал. Да, то есть не было такого, чтобы я прямо вот играл в матчмейкинге и видел, что вот там типы играют с резом от рика. Вот когда сам рикошет одел, тогда реально заметил, что, ну, блин, ну много, реально много резов играет. Я раньше так не обращал сильно на это внимание, но что касаемо этой катки, у нас все плохо.
У нас все очень даже плохо. Мы, похоже, теряем точку первую. Снизу у нас тип контролирует или нет? Нет, не контролирует. Все, походу, габелла, я не успеваю. Да, и первую точку мы противнику дарим. По сплэшу, если честно, тоже пока что не особо сильно что-то работает. В такой ситуации, когда от вас уже 4 резиста в бою, конечно же, лучше поменять пушку на какую-то другую, да? Но так как у меня, конечно, обзор, я менять ничего не буду. Но вообще, в этом случае сразу лучше взять, например, ну, не знаю, тут что тут можно было бы взять. Даже вулкан, да, того же можно взять. От него резиста нету. Он себя здесь покажет очень-очень хорошо. Ну и по сплэшу, что-то как-то нам по каткам, я бы не сказал, что прям круто повезло, круто зашло. Но я точно уверен, что это будет работать, да, то есть в тех боях, где противник будет кучковаться, я уверен в том, что это будет работать, это будет приносить пользу, и у вас будет возможность этой комбинации реализовать ее вот прям очень круто. Я знаю, что это такое, и с чем его можно, так сказать, едят. Вот сейчас, кстати, с плашом неплохо по второму танку наносился урон. Но ситуаций мало просто таких, реально мало. Мне всегда хотелось бы, чтобы таких ситуаций было больше. Чтобы была видимость прям большая реализации вашего устройства, да. То есть, например, когда ты играешь на плазмофакеле, там сразу видно, да, то есть ты жестко вваливаешь урончика, да, то есть сразу видна реализация устройства. На адреналине также, у тебя меньше ХП, сразу видна реализация вашего устройства. А здесь, ну, нету такого. Я не могу сказать, что вот, блин, вот супер круто оно залетает, да, то есть здесь нету такого, потому что противник особо сильно не кучкуется и нету таких прям идеально крутых таймингов под сплэш урон. Но на дистанции, я думаю, что таких моментов будет больше. И если уж в рамках этого видеоролика оно так сильно не заходит, но в рамках каких-то моментов, да, игровых, либо, например, у вас нету устройства, например, того же плазмофакела, нету у вас устройства на адреналин тот же самый, да, но у вас есть устройство сплэша, вы сразу же в этот момент можете понимать, куда я зашел, не туда хотел. Хотел поменять устройство на корпус. Вы сразу же можете понимать в этот момент, что у вас есть реально хорошее устройство, которое можно реализовать непосредственно в режиме. О, пошло, 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 пошло. Криты, 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 криты. Блин, критов нету, видите? Я фул баллон дал и ни одного крита. То есть без критов урон, ну, не такой большой. Хотя вот идея вот сейчас сработала, сработала. По трем танкам сразу сплэш урончик. Вы видели, как он залетел. Хорошо было, хорошо, реально хорошо. Поэтому все в ваших руках. Все в ваших руках. Главное, ловите нужные тайминги и наваливайте урончику. С рикошетом сейчас, конечно, игра стала, ну, значительно приятнее. Прям значительно приятнее, чем это было у нас до этого замечательного обновления. Хотя мне ребята говорили, что и даже до этого обновления с этой пушкой можно было хорошо играть в матчмейкинге и ее реализовывать. Хотя я с этим был не согласен. Так, точка у нас вся улетела. Ужас. Просто ужас. Так, и у нас вот, кстати, например, играет Паладина Твинс. И у него очков уже больше, чем у меня. От него, наверное, просто в бою резистов нет. Но, в принципе, по нагибу рикошета и Твинса я говорил, что примерно пушки находятся на одном уровне. Что Твинс, что рикошет. Они сейчас примерно на одном уровне. Да, это две пушки среднего боя. И на этих двух пушках можно давать примерно одинаковое количество киллов и очков. Все зависит от резистов. Вот, например, в этой катке от меня 4 реза, хоть и 2 не совсем больших. От твинса 1 резист. Соответственно, твинс в этом бою себя будет показывать поинтересней и поэффективней. Так, ну и пока что, если честно, я сконцентрирован больше не на киллах, а сконцентрирован как раз-таки на захвате точки. И пока что у нас с этим захватом есть проблема. Никак не получается захватить эту замечательную точку, хоть и у меня уже 400 очечей здесь есть. Совсем скоро будет овердрайв. Еще пару киллов, если дадим.
то уже будет он. Оп, оп, сплэшиком. Ну, маловато. О, криточек, видите? Я кидал как бы по трупу, но криточком сразу хоп. И тыщеночка красивая залетела. То есть, ну, такие моменты не совсем большие, но зато максимально приятные. Тоже залетают. Так, вот это, конечно, замечательный страйкер. Меня в моменте уже подбешивает. Очень неприятно он делает вот эти сводочки с уранчика залетающие. Ну и никак мы не можем захватить эту точку снизу постоянно. Кто-то контролирует ее. У нас появляется, кстати, овердрайв. Чтобы сейчас Хантер контролировал, надо делать счет 1-1. При том, что у нас есть тайминг. Очень хороший сейчас. Под 1-1. Я прожимаю овердрайв. И снизу вас сейчас будет контролировать точку, да? Наша задача сейчас как-то выжить. Как-то выжить. Викинг по мне пытается тоже наносить. Откатываемся. Арес. Очень много урона. Очень много урона. И почему-то вот тот самый паладин, который... Ой, хорошо, захватили. Я хотел только сказать, что паладин, который... у которого есть овердрайв, который что-то должен понимать в этой игре, занимается не тем, чем надо. Но все-таки в нужный момент он подъехал. И чуть-чуть расчистил мне эту дорогу. 1-1 есть. Супер. 1-1 есть, теперь надо стараться выигрывать эту катку. У нас еще 6 минут есть. Соответственно, можем сейчас стараться захватывать точку. Страйкера сводка, я надеюсь, что спала. Отлично, ему еще и накидали дополнительно урона. И сейчас было бы неплохо, наверное, мне бы вообще спуститься вниз. И уничтожить того... А, вот его уже все. Его уже Гаусс принял. Отлично. Ну и теперь тогда надо захватывать точку. Твинс, кстати, возвращается на точечку. Падает, правда, в минус. Но можно было бы и захватить, если честно, эту точку. Так, сейчас попробуем отвлечь на себя. Отвлечение сработало. И главное, чтобы теперь мои тиммейты попытались захватить. Центральный овердрайв падает. Точка у нас, к сожалению, спала. Но центральный овер забрать в такой ситуации — это очень и очень важная вещь. Поэтому забираем. Сразу контролинг точечки. Делаем овердрайв. Пока что прожимать нет смысла от слова совсем. Желательно прожимать овердрайв всегда в таких катках, когда у вас уже пошел захват. И захват примерно там к половине близится. Вот, например, сейчас в таком тайминге уже прожимать смело. Овердрайв можно. Потому что вы его реализуете под захват точки. Но вот сейчас, правда, плохо, что противник контролирует снизу точечку. И мы не можем ее захватить. Но надеюсь, что сейчас кто-нибудь из тиммейтов уберет этот низ. Главное, в минус не упасть. Жить, 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 жить. ХПшечку паладинчик мне засейвил. Ну и, по идее, мы должны захватывать. Давай, давай, давай. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Блин, снизу. Снизу тип. Аккуратно. Хорошо, супер. Я еще и выжить смог. Чуть-чуть подсейвился, выжил. Супер. Вторую точку мы захватили. Идеально. Залетел овердрайв. Ну и контролинг пока что себя оправдывает на все 100%. Пока что все работает как часы. И все получается, что надо. Еще бы рикошет со сплэшом бы работал еще больше и еще жестче. Тогда было бы вообще просто великолепно. Ну, сама идея мне нравится. Она, в принципе, настолько же актуальна, как и была раньше. Еще бы я в минус не падал, вообще было бы идеально. Паладин, конечно, стал такой корпус раскручивающийся и самопереворачивающийся, что ужас. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, в этом нету. Поэтому стараемся теперь уже выиграть катку. Осталось 3,5 минуты. Наша задача уже теперь не отдать противнику точку, чтобы не было счета у нас 2-2. 2-1, в принципе, нас устраивает, но 3-1 было бы еще лучше. Поэтому будем стараться на 3-1 выходить в этой катке. Противник прожимает куполочек. Нужно как-то чуть-чуть... Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. Можно добавлять. Отлично, супер. Ну и надо... Ой, хорошо. Ну, блин, ну у меня команда какая-то сильная. Какая-то сильная команда. Хантер сейчас сделал все очень грамотно. За счет этого мы... точку, я думаю, что еще придержим и постараемся даже, может быть, ее забрать. У меня совсем скоро должен быть овердрайв. И, может быть, даже еще один успею овердрайв накопить. Но главное, конечно, этот реализовать овердрайв. И, может быть, даже лучше не торопиться его прожимать не быстро, а подождать немножко и заюзать его под захват этой точки. Снизу сейчас типов надо уничтожить. Тиммейты уже этим занимаются. Отлично. Ну и здесь чуть-чуть на боковом стрейфе, чтобы тяжелее было противнику посводиться. Конечно, слабовато пострейфил.
Можно было еще лучше стрейфануть и точку законтролить. Ну и пока что надо просто придерживать. Просто придерживать, может быть, даже лучше завязать овер, чтобы противник точно не забрал. Но пока что еще времени много. Много времени, поэтому лучше я пока что торопиться с прожатием этого овердрайва не буду. Лучше сделать все на верочку, если я хочу выиграть эту катку, а не проиграть ее. Соответственно, лучше чуть-чуть сыграть аккуратнее. Так, ну и будем еще добавлять. Будем еще добавлять. Добавлять сюда. Добавлять сюда. Держим. Держим, да, должны. По идее, должны. Минута 40 остается до конца. Минута 40 до конца. В принципе, где-нибудь за минуту до конца я уже смело могу прожимать овердрайв. Противник точно не заберет эту точку. Но пока что посейвим чуть-чуть. Точка у нас в нейтралочке. Сплэш по двум танкам слабоватый, но залетел. Овердрайв падает на центре. Хорошо, прожимаем свой. Отлично. Я даже не знал, что он падает. Но раз падает, то тогда мы точно сможем смело... смело прожимать и подбирать. И еще один сразу добавочку делать, наверное, можно. Еще одну после этого. Или нет? У меня расходки КД. Нет. Сливают меня. Что-то я за хпшкой своей не посмотрел. 840 очков. О, 860 очков. Не сказать, что много очков. Не сказать, что много. Но, наверное, для такой карты неплохое количество. Для такой карты, в принципе, пойдет. Ой, если бы я сейчас минус упал бы, это было бы вообще максимально печально. Так, точку контролируем. Снизу тип я точно уверен, что долго, наверное, не продержит, если наши тиммейты сейчас подключатся и его уберут с радара. Пробитие по нему залетает. 30 секунд, в принципе, можно даже и так чуть-чуть поконтролить. Можно поворотиком залететь к нему. Он бомбочку мне, конечно, сунул. Почти его слил в отсек. Времени вполне достаточно, чтобы уже каточку эту не отдать. Ну и противник особо сильно тоже за нее уже не борется. Даже если и борется, то его удачно мы здесь сливаем и эту катку выигрываем. С 0-1 камбэк, ну нормально? Нормально, неплохо. Что касаемо самого устройства, могу сказать так. Могу сказать так. Если подвести итог, то 100%, 100% это устройство хуже, чем плазмофакел и чем адреналин. Да, то есть вот те устройства, которые я тестировал, плазмофакел и адреналин, они показали себя поинтереснее, чем это устройство. Но. Его можно неплохо реализовать в этом режиме, в той ситуации, когда вы попадаете в очень потные катки, где стоит большое количество противников. И тогда у вас есть возможность использования, например, того же диктатора, что я и сказал, и возможности постоянного крит урона на носа и слития противника, который будет стоять рядом с друг другом. Либо еще одно развитие события, вы играете так же само на паладине, но у вас в команде есть диктатор, который раздает вам овердрайв, и вы также за счет критических выстрелов уничтожаете оппонентов. Работать оно будет в ЦП, будет работать в осаде. Не везде, но я уверен, что будут те катки, в которых вы сможете грамотно, эффективно и четко реализовать это устройство. Ну и возможно, разработчики игры обратят внимание на это устройство. Потому что мне кажется, что его можно бустануть, сделать еще сильнее. И тогда в этом устройстве будет больше смысла. Пока что в нем не так много смысла, потому что сплэш урон довольно маленький. Довольно маленький. А вот если бы он был бы побольше, то и реализация этого устройства была бы куда круче. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Играли вы с ним или нет. Если да, то мне вообще интересно прям подробное описание вашего мнения по этому устройству. Имеет ли оно смысл на жизнь,
Да, ну и согласны ли вы с моей точкой зрения, либо у вас есть какая-то своя точка зрения по этому поводу, все это дело можете написать в комментариях, мне будет интересно почитать. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также, друзья, не забывайте о том, что у нас есть замечательный тег создателя контента в настройках игры в аккаунте. Есть тег создателя контента, мой личный тег это TeamPay, и если вы его ставите и производите покупочку в нашей игре за реальную валюту, вы непосредственно меня поддерживаете и также имеете возможность участвовать в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Форма на розыгрыш и все условия есть в описании, поэтому если вам это интересно, переходите и участвуете. Ну а если не хотите участвовать, то если просто поддержите меня, мне будет очень приятно. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.